погибла. Вострика. Сестренка Собода, Алена Игоревна. Жена Вострикова Елена Сергеевна. Трое детей. 7-5-2 года. Пятница, слушай, да? Да я как все здесь молчу. Выборы были. Охота была. Знаешь, сердце болит за душу. Но я понимаю, что вот нашим, под нашим его. Если я начну рыпаться, пикаться, и нет работы. И так все ходят, молчат. Задушили людей, потому что... Меня назначают, меня не выбирают, понимаете? Забежала на четвертый этаж. Тихо! Там еще было такое слабое задымление. Меня встретили 4 пожарных и были сотрудники этого зала. Они меня не пропускали. Я сказала, у меня там дети в кинозале находятся. Они стали меня выталкивать и сказали, там нет никого. Я включила громкую связь, вела переговоры со своей дочерью, которая находилась в этом зале, с 3 моими внуками и с моей снохой. Было слышны голоса. Моя дочь спросила, мама, почему нас никто не спасает? Мы задыхаемся. Ее последние слова были сказаны, мама, я тебя люблю, я умираю. Я просила, я молила, я пожарников просила, они стояли, ухмылялись своими здоровыми рожами.